племен, от группы сильнейших, от группы А. Весовой категории до 73 килограмма. И на первом помосте выступает мастер спорта России Волосач Александр Томская. Спортсмен 93-го года рождения, является чемпионом России среди студентов в классическом двоеборье и элитном цикле. Тренирует чемпиона Полянский Владимир Сергеевич. Лучший соревновательный результат в упражнении «Толчок» – 108 подъемов. Собственный вес спортсмена – 72 килограмма 900 граммов. На втором помосте выступает мастер спорта России Нестеренко Николай, Ярославская область. Николай, 84-го года рождения, является победителем Кубка мира 2017 года. Тренируется под руководством Егорова. Лучший соревновательный результат упражнений «Толчок» – 113 подъемов. Собственный вес спортсмена – 72 килограмма 750 граммов. На третьем помосте выступает мастер спорта международного класса Смирнов Владимир, Калужская область. Владимир, 99-го года рождения, тренируется у Трофимова. Является неоднократным победителем первенства России, Европы и мира. Чемпионом мира прошлого года, победителем чемпионата России прошлого года. Собственный вес спортсмена 71 килограмм 200 грамм. На четвертом помосте выступает победитель первенства мира среди юниоров 2014-2015 годов Баев Константин, Алтайский край. Константин является мастером спорта международного класса 93-го года рождения. Тренируется под руководством Щекова Ивана Григорьевича и Анасенко Антона. Лучший соревновательный результат, указанный на деле среди России юниоров, 127 подъемов. Но собственный вес спортсмена 73 килограмма ровно. На пятом месте выступает заслуженный мастер спорта Хвостов Александр, Санкт-Петербург. Александр, 82-го года рождения, является многократным чемпионом России и мира. Тренируется под руководством Шмахала и Руднева. Лучший соревновательный результат в рождении «Толчок» – 120 подъемов. Собственный вес спортсмена – 73 килограмма ровно. На шестом помосте выступает мастер спорта России Королев Роман, Томская область. Роман, 96-го года рождения, является победителем первенства Европы 2017 года. Лучший соревновательный результат упражнений «Толчок» – 102 подъема. Тренируется под руководством Бажина Александра и Азурмачева Алексея. Собственный